такой вот любопытный набор с надписью Survivors, то есть выживальщик. Эта штука, видимо, отклеивается, может на ее как-нибудь закастомить. Такой вот здесь аналог кордуры выглядит, ну, как... Ну так себе. Выглядит так себе, но имеем, что имеем. Набор всегда предполагает какие-то там удешевления и так далее. Открывается как военная аптечка. Прям все такое с серьезными нахмуренными бровями. На липучке. Поехали, посмотрим, что у нас внутри. Странное решение, на самом деле. Но фантазия наших друзей из Поднебесных не всегда поддается логике. И внутри у нас будет, ну, во-первых, опять крепление Молли. Тут, видимо, они намекают, что можно чего-нибудь еще сюда накинуть. И будет у нас 4 гаджета. Это топор, мультитул, нож складной и нож фиксированный. Как видите, качество примерно такое же. В принципе, на первое время сойдет. Хотя вот... На фоне вот этого вот, конечно, нож выглядит гораздо лучше. Хорошо собран, крепкий нож. Тут довольно хорошая 440-я сталь. Китайцы ее хорошо делают. И притом она достаточно доступная по цене. Изделие получилось такое дешево, в общем, и сердито. То есть не могу сказать, что фикс здесь плохой. В принципе, то же самое я могу сказать и про складной нож. Это, по сути, то же самое, только здесь добавляется еще механизм с, как я понимаю, это... Бэклок. Такая же сталь, тоже тут хитрый довольно серейтор, не знаю, как вы это будете точить, но тут такие намеки на тактикульности и прочие всякие штуки, сильно всерьез эту штуку воспринимать не стоит, ну и говорить, что это совсем что-то бесполезное, я, опять же, не могу. Нормальные ножи, вот за ножи тут зачет. Оба ножа мне нравятся, ну потому что, по сути, является одним и тем же. Чуть похуже обстоят дела, мне кажется, с мультитулом. Тут довольно жиденькие плоскогубцы. Хотя, хочу сказать, что они жиденькие даже на довольно дорогих брендах. То есть, в общем, за комплект, сколько там, 8000, 2000. 2000, наверное, этот мультитул может стоить. Так, у нас тут еще, помимо всего, есть пила. Когда не понимал, зачем они это делают. Отвертка типа Philips. Шлицевая прямая отвертка. Мини-ножичек еще один. Считайте, у нас 3 ножа в одном комплекте. Открывашка, пилка для ногтей, шило и еще одна более широкая шлицевая отвертка. Ну, все, вроде бы ничего нет. Практически полностью изделие из металла. И накладки вот эти вот, они пластиковые. И последний лот, наверное... Как сказать, самый бестолковый. Честно, у меня были разные топоры такого плана. Ну, в том смысле, что-то вот такое вот металлическое и маленькое, оно довольно бестолковое. Это вот, ну, за неимением ничего, в принципе, сойдет. Так, судя по тому, что винт здесь, сильно далеко у нас профиль топора не уходит. Не знаю, насколько все это дело надежное, но кинуть в машину... В багажник. Хоть что-то лучше, чем совсем ничего. То есть, в принципе, весь набор имеет право на жизнь. За все это, то есть чехол и 4 гаджета, средние такие по качеству, китайские где-то 8000 рублей, что, в принципе, довольно адекватно. Не забывайте про наши социальные сети и пользуйтесь специальным скидочным промокодом.